Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить День Колосса. В последней серии мы убили огромного, противного, ну не такого уж и сложного змея. 9 колоссов. Осталось еще 6. Или 5. Сейчас посмотрим. Вот эта вот органная музыка. Японцы любят такое. Следующий враг — это алтарь над озером. Охранник, поддерживающий пламя живым. Ну что, давайте приступим, посмотрим, что это за охранник. По-моему, это будет очень интересный бой. Так, лошадь, пожалуйста, иди сюда. Лошадь такая: чё, как? Так, забирайся, пожалуйста. Так, да, получается, у нас осталось 6 колоссов. Наша нынешняя цель — вот эта вот зверушка. А, нет, не он. Блин, повернись, пожалуйста. Да, похоже, бой будет серьезный. Ну что, поскакали. Вперед, за работу. Интересно, далеко ли нам придется ехать. Так, как видите, уже все небо практически в столпах света. Так, нам куда-то туда. Кругом лежат мертвые колоссы. Лучи бьют в небо. Это достаточно красиво. Так. Хорошо, вот так я и проскочу. Приятно сюда вернуться после такого вообще продолжительного промежутка времени, который у нас был между записями старых и новых серий. Это какое-то такое ощущение, прям соскучился. Так, но явно не соскучился по этой лошади. Она просто не хочет. Такое ощущение, что она понимает, куда она скачет, каким чудовищем. Она просто против этого всеми силами. Так, окей, прямо туда. Где-то тут, по-моему, будет спуск в низину, где и водится этот колосс. Где-то довольно близко. Красивое место, да? Чем-то напоминает Journey. Путешествие. Блин, это моя одна из любимых игр уже стала. Путешествие, я имею в виду. Да чего же необычная и прикольная штука. Что нас ждет за холмом. Так, да, вот и низина. И спуститься туда можно, по-моему, вот отсюда. Но пешком. Лошадь, ты остаешься. О, как ярко. Так, все, хорош. Прощай, а мы пойдем сюда. Так, и, кстати говоря, блин, камера, приди в себя, пожалуйста. Тихо, тихо, тихо. Вон алтарь, где все и произойдет. Там нас ждет не очень большой, но очень противный колосс. Очень похожий по повадкам на кошку.
Очень грациозный. А сейчас увидите. Ой, тихо, что ты делаешь? Вообще, вот это непонятно на самом деле, то, что когда ты хочешь спрыгнуть, персонаж такой, а, нет, 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 такой хватается за уступы, истерит там, все, что можно. А когда ты случайно пробегаешь около края, он падает, ну, не знаю. По-моему, это странно. Так, хорошо, скачем. Назад пути, как видите, нет. Пока не убьем. Он тупо не даст нам подняться. Хорошо. Чем-то это все напоминает Dark Souls. Даже не знаю, с чем. Так, ну, тут, насколько я помню, нам вот сюда нужно. Вроде бы. Так. Да, все, отлично. Ну что, поднимаемся и смотрим. Да поднимись ты уже, ну. Что же за проблема-то такая? Так, хорошо. И где же наш пациент? Ну, я так понимаю, что нужно сюда пропрыгать, и он появится. Да, это страшно. Такой, в общем, враг. Так, бежим. Прыгай! Вот я как раз про это говорил. Поначалу я просто не понимал, что с ним делать, но потом понял, что с ним делать. Хорошо. Мне нужно костру вот туда. Тихо-тихо. Спокойно. Это вообще характерно для этой игры, когда ты просто не можешь понять, что от тебя требуется. Давай. Атакуй. Чего он, я не пойму. Одной. Давай уже как-нибудь. Ну да. Подтупил. Ну, хорошо. Выбора у нас особого нет. Придется сбегать к другой. Надеюсь, в процессе мы не огребем. Это что было? Игра, прекрати. Шо? Давай. Свалился факел. Теперь. Блин, как нехорошо-то, а? Да, нужно как-то этот факел взять, я так понимаю. Если мы, конечно, встанем, придем к себе. Уважаемый, давай. Да. И как мне это сделать? Может, с помощью кнопки хватать R1. Вырубает, конечно, капитально. Это главная проблема этого босса. То, что он не дает двинуться. Очень честно, да? Просто лежим, отдыхаем. Отлично, только пришли в себя.
Так, чуть-чуть передохну. Сюда он не спустится, не умеет. Пока, по крайней мере. Фу, так, теперь. Я надеюсь, там факел еще не потух. Ну ладно. Ну вот, что ты делаешь, а? Ох, это просто нет слов. Вот так. Да, блин. Ох, как не повезло-то. Факел у нас, кстати, не горит, по-моему, совсем. Нам повезло, что персонаж подвис. Нет, не повезло. Сейчас он нас будет долбать, пока мы не умрем, возможно. Да. Игры бывают кривые по-разному. Эта игра кривая. В ноль вообще. Давай, вставай. Теперь нам нужно, по-моему, поджечь этот факел. Потому что просто палкой бить его смысла особого нет. Да-да-да. Бесись побольше. Камера, ты упоролась. Так, а мы сюда. Так, поджигаем его как-то, да? А, да блин, да что ж ты делаешь, ну? Я вообще не понимаю, что происходит. Камера сходит с ума, иногда не дают встать. Держись. Хорошо, вытерпел. Все, горит. А, боишься огня-то? Пошел вон отсюда. Ну-ка. Шу! Пошел отсюда. Иди вниз. Иди. Это было прикольно. Так, ну и что? Теперь будет полегче. Волосатая спина. Шо, родной? Нехорошо тебе? Такой, блин, я не знаю, как он не может просто там, блин, не наступать с края обрыва или там прыгнуть уже. Он стоит на краю такой, такой придурок просто. Так, ну что, придешь в себя? Я думаю, раз он там тупит что-то, мы прямо отсюда попробуем прыгнуть ему на спину. Да прыгай ты. Да, это будет сложно. Короче, короткими ударами. Нет, он не даст. Видимо, я что-то сделал не так. Или еще что-то нужно сделать. Ой, какая музыка. Я еще скачал саундтрек этой игры. И сижу иногда, послушиваю. Но, я так понимаю... Вот, первый вошел, хорошо. Давай. Давай, родной. Да ты посмотри. Конечно, ты устанешь-то вообще. Давай, давай, давай. О-о-о. Да, мы больше, похоже, не ударим. Ну вот смотри, он просто не дает мне там 3 секунды дают на то, чтобы занести удар. Зачем это делать? Придется отпустить, похоже. Да режь-то уже хоть как-нибудь. Обычными ударами он кожу не пробивает. Да. Так, ну что, теперь нужно его заманивать как-то.
Так, ой, только сюда, пожалуйста, не лезь. Пусть он за мной гонится, лучше сюда вниз. Если он опять туда наверх поднимется, не дай бог его придется. Факелом опять выгонять. Что, увидел меня? Давайте сходим сюда. Может, он придет к нам. Блин, ну вот именно из-за музыки, из-за атмосферы какого-то такого безумия, это круто. Ой, идет. Бежим. Бежим. Ой, 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 ой. Да, сейчас, походу, будем огребать, как обычно. Пока наш герой встанет, он уже успеет подбежать и еще раз ударить. Да-да-да, я понимаю. Ты еще раз меня ударишь, по-любому. И не факт, что один раз. Потому что я в углу. Ну, вставай ты уже, ну. Бежит. Да, отлично. Прекрасная вообще позиция. Здесь мы будем, похоже, умирать. Ну, вот не упорота ли игра, нет? И что тут сделаешь? Жизни полно, но ты не выберешься. Он будет тебя бодать. Или, может, по замыслу разработчиков это круто? По-моему, нет. Бей. Окей. Да ты запрыгнешь-то уже, нет? Отлично. Так, и что мы делаем? По чуть-чуть. Много нам так не дадут снять, поэтому пользуемся возможностью. Все. Так, смотри, он прям подставляется, да? Да, и не факт, что хоть раз получится ударить. Бей-бей-бей-бей. Чуть-чуть. Ну, сидим вроде в этот раз получше. Давай. Тут вообще не жадничать. Тут хоть раз получится ударить, уже хорошо. Видите, не дает просто ударить. Ни в какую. Блин, не вошло даже. Да. Давай, молодца, хорошо. Все, уже не зря. И куда ты прискакал? Да. Ну, давай еще разок, ну. Да нет, похоже, уже все. Блин, только занесешь и все. Так, все, надо спрыгивать. А то потом не убегу от него. Прыгай. Опять. Ну что, придурок какой, а? Ладно, все, погнали. Я думаю, успеем убежать. Ни разу не получив рогами в попницу. Так, хорош. Я надеюсь, он допрется до прийти. Родной, ты где там? О, скачет. Ты тупой. Барсик, и сюда. Так, а теперь дадут, интересно? Ну что ты пыришься, да? Нет, не дадут. Так, ну и что, и... Повернулся бы ты, конечно. Это было бы получше.
Не, ну посмотреть на него, да? Он такой, ну иди сюда, не, иди сюда, я тебе сейчас... Хорошо. Как это сделать? Я не допрыгну. Я вам прямо на шайбу упаду, он меня просто поломает сейчас. Давай попробуем. Отлично. Да. Разок, я думаю, успеем. В сандалить его. Мне интересно, почему он именно туда скачет все время. А можно было бы такого оседлать, да? Вместо этой лошади. То есть укротить. Ну, о, хватит трястись так уже. Прям как паралитик просто. Не, ну вот вообще ничего не дает сделать. Да блин, ну. Уже пошел же удар. Ох. Это глупо. Да, все я понимаю, но тебе все равно придется умереть. Не вошло. Не пробиваю. Бой, видите, несложный, просто геморройный, как это часто бывает и в этой игре. Но вот я ни одного удара не нанес. Это при том, что я на нем сидел и... Ну давай. Тут просто не от меня зависело. Ладно. Мне так спокойнее. Отлично. Пошел процесс. Что это с тобой? Я тебя не узнаю. Наконец ты помер. Фу, геморройный ты какой, а? На ровном месте причем. Ладно, я даже выбраться из тебя не смог. Ну, бой, возможно, и не самый интересный, но при этом довольно необычный. И очень крутая музыка играла. Чисто из-за этого она все спасала. Как бы там ни было, надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.